Поставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Вот уже и все лето прошло, а я до сих пор не в форме. Блин, это, конечно, очень плохо. Поэтому давайте-ка приступим качаться в игрушке под названием Muscle Race 3D. Вот, в принципе, мы видим уже первые мои результаты, и это на самом деле очень-очень даже хорошо, да я просто огромный, даже в сравнении с вот этим синеньким чувачком я все равно очень-очень даже, друзья, большой, поэтому давайте тогда сейчас мы вместе с вами начнем, конечно же, толкать вот эту красненькую штучку, чтобы нам выйти, естественно, в следующий этап. Вот как раз таки, смотрите, ребятоньки, я в него вышел, и тут вообще абсолютно ноль конкуренции. Вот это вообще, друзья, очень даже хорошо, поэтому собираем, естественно, наши гантелечки и приступаем, естественно, качаться дальше. Тут у нас, кстати, немножечко другое препятствие, это какой-то бассейн или что-то в этом духе. Да, смотрите, друзья, тут нам надо было немножечко поплавать. Ладно, окей, собрал я только что ключик, и, в принципе, мы можем заметить то, что у нас их уже аж целых две штучки. Не знаю, конечно, откуда у нас еще один появился, но, друзья, это очень даже хорошо, потому что если мы соберем три штуки, то я думаю, мы вместе с вами что-нибудь новенькое да откроем. И стоп, вы это увидели? Мы только что взяли и столкнули вот этого бодибилдера. Вот это жесть, друзья. То есть, в принципе, тут еще можно и конкурировать с нашими соперниками. Ладно, хорошо. Приступаем, конечно же, толкать еще следующее вот это препятствие. И выходим на финишную, друзья, прямую. Последний этап. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, хорошо наберем нашу массу, потому что я, в принципе, вижу то, что тут у нас имеется в конце уровня вот такой какой-то бонус. Ладно, хорошо. Я думаю, в принципе, это очень даже хорошая форма. И именно поэтому мы, друзья, начинаем, естественно, приступать к бонусам. Тут нам надо покрутить вот такое колесо фортуны. Ладно, хорошо. Начинаю ее крутить и смотрим, что нам выпадает. Плюс 5 массы. Отлично, друзья. Просто замечательно. В итоге идем, попадаем на X5, на X10. И это, друзья, чекпот. Ничего себе, как мы хорошо сыграли первый уровень. Это на самом деле было очень даже мощно. Приступаем тогда сразу же к следующему уровню, и тут, конечно же, друзья, опять-таки очень и очень даже жесткая конкуренция. Я думаю, нам надо хорошенечко пободаться с вот этими ребятками. Оу, смотрите, я только что такого здоровяка прокинул, и еще одного. Мне нравится то, что мы можем, естественно, брать и отбирать у них гантели. Вот смотрите, они у нас серенькие, и по сути мы их можем взять. Оу, вот это на самом деле очень даже жестко, я их даже взять не могу. И это, друзья, все из-за того, что у меня имеется максимальная эволюция нашего качка. Поэтому мы просто берем и смело, конечно же, приступаем к нашему следующему этапу. Вот как раз таки я тут, друзья, один, что, естественно, очень хорошо. И именно благодаря этому я сейчас возьму и, естественно, налутаю максимальную, наверное, эволюцию. Ну да, в принципе, мы видим то, что у нас очень здоровый чувачок. И смотрите, что мы тут делаем. Мы тягаем морковку. Очень-очень даже странное, друзья, препятствие. Но мы вместе с вами, естественно, справились с ним на раз-два. Поэтому сейчас, друзья, я, конечно же, возьму еще немножечко налутаю. Лутаю наш гантелик и, конечно же, приступлю, опять-таки, друзья, переплывать вот этот бассейн. Только единственное, что-то у меня очень и очень плохая масса. Я буду надеяться на то, что мне выпадет джекпот. И да, смотрите, мне действительно выпал джекпот. Отлично. У нас теперь имеется довольно-таки неплохая масса. И в итоге мы налутали всего лишь X5 множители. Но, в принципе, это тоже, друзья, довольно-таки неплохо. И давайте-ка мы вместе с вами перейдем, естественно, открывать наши ящики. Давайте открывать. И будем надеяться на то, что нам выпадет скин. Воу, ничего себе, смотрите, максимальный подарок нам выпал. И это очень, друзья, хорошо. Поэтому давайте тогда сейчас мы вместе с вами поиграем за вот этого чувачка в новогодней, естественно, шапке. Надеюсь, она ему все-таки, друзья, придаст сил, и мы вместе с вами сможем, естественно, поконкурировать с нашими вот этими качками. Хотя, друзья, только что я, блин, взял и проиграл. Да еще раз проиграл. Вот это, конечно, жесть, друзья. Этот уровень будет немножечко посложнее, поэтому давайте тогда сейчас мы, естественно, наберем очень и очень хорошую массу и, естественно, будем приступать мстить нашим чувачкам, которые нас, естественно, вот так брали и, конечно же, фигачили. Вот теперь я имею очень даже хорошую эволюцию. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, затолкаем вот этот кубик. И, блин, я опять-таки очень и очень маленький. Поэтому нам надо побыстрее, конечно же, брать и, опять-таки, набирать нашу массу. Благо то, что тут у нас очень и очень даже много вот таких различных гантелек. Блин, вот этот чувак, конечно, на самом деле, друзья, очень даже большой. Давайте-ка мы
вместе с вами, конечно же, начнем его догонять. Потому что он, друзья, начинает нас опережать, причем очень-очень даже хорошо. Так, ладно, окей, давай-давай-давай, нам надо, смотрите, друзья, налутать еще вот тут эти штучки. Видимо, кто-то только что кого-то, ребятоньки, опрокинул, и мы вместе с вами смогли взять на халяву немножечко прокачаться. Ну ладно, мы вместе с вами выходим на следующий этап. Мы только что прокатились на таком веселом велосипедике, и, конечно же, только что взяли вот такой прикольный ключик. Это, друзья, очень даже хорошо. Тогда сейчас мы, естественно, набираем очень-очень даже хорошую массу, и сразу же, друзья, я думаю, тут нам надо взять и приступить вырывать наши морковочки, потому что, в принципе, этот чувачок синенький стал уже очень-очень даже мощный, и нам можно даже его, в принципе, и не догнать. Поэтому я, друзья, думаю, мы сразу же пойдем ва-банк и, конечно же, начнем толкать вот эту нашу плиту. Фух. Хорошо, друзья, то, что я все-таки успел выйти первым. И в итоге смотрим, что нам выпадет. Плюс X5 массы. Хорошо. В принципе, такой чувачок тоже неплохо. Я думаю, X5 у нас получится. Ну да, в принципе, ребятоньки, так и получилось. Фух, жесткие, друзья, жесткие у нас уровни пошли. Поэтому давайте-ка я, знаете что, друзья, предлагаю вам? Перейти в магазин скинов и выбрать что-нибудь новенькое. Как раз-таки у нас получается выбрать вот такой прикольный скин Among Us. Ладно, хорошо. То есть, получается, у нас будет красненький вот такой чувачок. Да, смотрите, ребятоньки, действительно у нас персонаж Among Us. Вот это, конечно, прикольненько. Ладно, хорошо, будем надеяться на то, что он станет у нас очень даже здоровый и крутой. И, естественно, будет давать всем тут абсолютно отпор. О, да, смотрите, только что у нас произошла очень даже хорошая халява. И с помощью этого, я думаю, мы вместе с вами опять-таки выдвинемся вперед. Вот как раз-таки у нас велосипедик. И приступаем, конечно же, дальше, друзья. Естественно, крутить наши педальки. Давай. Есть, смотрите, капец, у меня очень тощий остался паренек, но хорошо то, что мы вместе с вами все-таки взяли и успели перейти на следующий этап. Поэтому тут пока что без конкуренции, я думаю, мы вместе с вами сможем набрать хорошую массу. Также, в принципе, можно еще не забывать начинать фигачить вот этого нашего соперника, потому что, в принципе, он для нас тоже, естественно, угроза. Вот смотрите, он только что взял и вырвался опять-таки вперед. Блин, ну ты, чувак, конечно, шустренький. Ладно, давайте тогда сейчас мы вместе с вами приступим сразу же толкать еще раз вот эту штучку и будем надеяться, то, что нам хватит массы. И, блин, вот серьезно, капец, друзья, я опять-таки очень и очень слабенький, и плюс я не дотолкал совсем чуть-чуть, ребятоньки, нашу вот эту пластину. Поэтому сейчас мы, естественно, берем, доталкиваем ее до конца и, естественно, начинаем сражаться в финальном этапе. Нам надо, ребятоньки, просто взять и, естественно, побить результат предыдущего вот этого чувачка. Этот зелененький парень, конечно, очень даже мощный, но смотрите, опять этот нахал просто берет и опережает нас. Я думаю, друзья, надо идти ва-банк и, конечно же, опять-таки толкать эту штучку. Да, массы у нас, к сожалению, нет, но зато нам выпал джекпот, друзья, смотрите. Я думаю, теперь мы все-таки получим довольно-таки неплохую массу и, естественно, выходим на X5, это точно. Ну и давайте, ребятоньки, 8-й уровень у нас будет финальный. Буду надеяться на то, что все-таки мы вместе с вами сможем набрать очень даже хорошую массу и, естественно, выйти вперед. Пока что у нас, смотрите, синенький начинает потихонечку нас обгонять. Но все-таки мы обогнали его еще быстрее. Поэтому, смотрите, у меня сейчас конкуренции 0. Я просто беру и собираю все наши вот эти гантельки, тем самым поднимая нашу массу. Да я просто огромнейший качок, друзья. Вот это на самом деле очень-очень даже круто. Сейчас возьмем еще вот этого паренька, естественно, подкосим. И, естественно, друзья, начинаем проходить наш следующий этап. Вот смотрите, я только что еще взял и подкосил вот этого зелененького, потому что он начал набирать довольно-таки сильную нашу массу. Ну и в итоге вот у нас опять-таки имеется следующий этап. И мне нравится то, что я тут опять-таки, друзья, абсолютно один. Ну, по крайней мере, был, потому что сейчас, смотрите, у нас опять-таки появился вот этот синенький чувачок. И, блин, надо бы, друзья, как-то его мансануть. Во, смотрите, замечательно. Очень даже хорошо, друзья, у нас получилось его взять и, естественно, минусануть. И в итоге все, друзья, мы начинаем проходить финальный этап. У меня уже очень-очень даже здоровый паренек. Я сейчас буду, естественно, набирать по максимуму нашу массу и еще попробую вот этого чувачка подкосить. Вот, смотрите, это просто сейчас было, друзья, замечательно. Поэтому мы берем, естественно, толкаем вот эту нашу штучку и будем надеяться на то, что на финальный уровень все-таки колесо фортуны нам подможет, но нет, друзья. Последнее время оно только ухудшает наше положение. В итоге X10 у нас имеется, в принципе, тоже неплохо, но хотелось бы на финалочку и немножечко получше. Ну ладно, друзья, не будем расстраиваться, потому что если вы захотите продолжение этой игрушки, то мы вместе с вами обязательно опять-таки дойдем до нашего того самого джекпота. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!